Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш, очередной огник, которого я не могу уже, не знаю, сколько там, 4 или 5 человек в очереди стоит на получение, но, к сожалению, на русском сервере просто жесть, я не знаю, ну не могут они добавить ни сумок, ни продать его целого, ну я уже не знаю. А обычно это по выходным, позапрошлый раз мы выбрали двух победителей, я им написал, пока они ответили, там спустя время огников на рынке уже нет. И сегодня тоже, к сожалению, огников нету, базар есть, базар никакой. Ну как, базар нормальный, в принципе, относительно, но никакой для меня, потому что сумок для огника нет. Это печаль. Вот так вот и ждем. Я уже давным-давно хотел поделать эти видосы, понаграждать людей, чтобы не накапливалось вот это, потому что теряются в спаме. Вот такой русский сервер, и ничего тут не поделаешь. В общем, если вы хотите огника, вы знаете, что надо делать. Есть такой конкурс еженеделька, он проходит каждую неделю. Я стараюсь там понедельник, вторник за неделю выбрать победителя. Соответственно, в зависимости от того, какой сервер, если был бы у всех английский, либо большинство играло на английском, не было бы таких проблем, как на русском. Но, к сожалению, уже начинает бомбить. Не могут, блин, добавить. Добавьте просто огника, поставьте его, пусть продается каждый день для людей. Одну цену выставьте и все. Человек будет по-любому заинтересован, по-любому его возьмет. Поставьте там за пак, ну, то есть, чтобы он всегда стабильно был. И все, и не парьтесь, либо на неделю. А так, блин, эти акции на русском сервере два раза в неделю. Так мало того, еще и не добавляют нифига в них. Короче, из-за этого бомбит. Так, окей. Поехали. На чем мы там в прошлый раз закончили? Сейчас я уберу себя. Открою экранку. По-моему, видосик у нас был ран. Ран, да. Ран, ищем его и по идеальный Бигфут, это было воскресенье, последний видос. Так, вот, начиная с этого видоса, раз, два, три, считаем линии, раз, два, три, четыре. 4 на 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29. От 1 до 29. Я вам говорил, что измените немножко комменты, потому что комменты многие пропадают. И я ничего с этим сделать не могу. YouTube, как обычно, не дает нормально, чтобы люди писали. Поэтому меняйте немножко комменты. Сейчас я покажу, как именно надо это делать. Так, давайте проверочный. Все нормально. 1. 29. 29. Поехали на Бигфута. Как обычно, я не удивляюсь уже. Надо что-то подумать другое, потому что на Ютубе реально комменты пропадают. И напишите, кто сейчас под этим видосом. Кто оставлял коммент и реально его не было, напишите в этом видосе, чтобы я просто понимал, какой процент людей пролетает, потому что, ну, как бы конкурс для всех, и обидно, если вы это делаете, оно реально просто ютубом блочится. Так, ну что, 29-й, давайте еще раз пересчитаю. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. 24, да, 29. Прокачка идеальная Бигфута. Окей, поехали. Сегодня, блин, Бигфут, то, что вы увидели, можете посмотреть, вернуться. 13-13, просто бомба. Так, 49 комментов. Поехали, повытаскиваем. Вот посмотрите, сколько ребят в спаме. Вот айдишки правильно пишут. Просто пишут айди, и все равно их в спам кидает. Ну как так? Что за фигня? Вот реально, что за фигня? Я уже не знаю, что делать. Честно.
Надо просто делать либо в Телеграме, либо в ВК. Потому что, ну, это жесть. Сколько народа пролетает. Ну, это помимо того, что, может, и больше людей написало, я не знаю. Но это то, что я достал. Ну, вот, смотрите, опять. Ну, вроде все 84 показывает. А давайте, кстати, сейчас пересчитаем. Раз, два. И вы заодно посмотрите, есть ваш коммент под этим видосом или нет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Но я не насчитал, по-моему, всех. А вот. Ну, вроде как бы все с ответами. Короче, напишите, ребят, в комменте мне под этим видосом, под этим, которого вы уже видите с победителем, который получит очередного лохника. Ну, блин, честно скажу, это не от меня зависит. Мог бы, добавлял бы все. А, так, окей. Бро 13. Поехали посмотрим. Канал. Так, видосики есть. Понятно все. Фанат. А где видосы за ту неделю все? Бро, ну ты чё? А, вот они все. Хух, я уже испугался. Есть у него все видосы за ту неделю. 15 штук. Так. Ну ты чё? Это жесть какая-то. Еще скажите, что VPN не работает. Сейчас попробую с планшета зайти глянуть.
Давайте еще разок в новом окне попробуем. Даст или нет открыть? Запарило, блин, и там нету ничего нормального, реально от этого уже бомбит. И там хрень, и там хрень. Еще и жара невыносимая. Это ужасно. Ну давай, VPN, тащи. Блять, жесть. Ладно, я проверю с планшета. Вы можете, в принципе, тоже проверить. Будут, не будут репосты у него. Если не будут, я, конечно, переиграю. Но я думаю, что у парня все будет. Главное не потерять его айдишку. В общем, что вам надо? Я вам сказал иметь... Ой, сколько нас много. Репостик на видосике. 15 видосов минимум. Плюс... открытые подписки и видосы. Все, пишите комменты, ставьте лайки. И начиная с видоса, который был после Бигфута, уже будет следующая неделя. Я надеюсь, что вы напишите в комментах, сколько вас там нету, чтобы я просто приблизительно понимал, что делать, какие масштабы бедствия нашего. Все, всем удачи, всем пока.